По 2 миллиона тенге получили ветераны Великой Отечественной войны в Павлодарской области. Приближающийся День Победы в регионе встречают всего 12 фронтовиков. Двоим из них уже больше 100 лет. В честь майского праздника по 30 тысяч тенге выплатили всем ветеранам тыла. Их в области проживает свыше 4 тысяч человек. Вместе с этим такую же материальную поддержку получили участники ликвидации Чернобыльской катастрофы, ветераны-афганцы и воины-интернационалисты, служившие на таджикско-афганской границе. В текущем году всеми видами материальной помощи, единовременной материальной помощи к памятным праздничным датам, приуроченным 1 мая, 7 мая и 9 мая, будет охвачено более 6 тысяч человек. На сегодня эти выплаты практически все полностью перечислены. Сумма выплат составляет от 30 тысяч тенге до 2 миллионов тенге.